Всем привет! Сегодня с вами Маша Харина, и я буду показывать свой новый альбом, который я назвала «Счастье любит тишину». Этот альбом я сделала для блога фэнтези с вырубкой и чипбордом от торговой марки фэнтези. Вот такой вот он у меня получился, нежный, романтичный. Этот альбом, он про любовь, про чувства, про нежность. Вот, поэтому выбрала я вот такую спокойную, умиротворенную палитру, обложка коричневой замши такого приятного очень оттенка и хлопка с растительным принтом. В альбоме много кружева, много вязаных элементов, бабочек, цветочных вырезалочек, завязочки комбинированные из хлопковой ленты и шеби-ленты такого вот бежевого, тоже коричневого оттенка в тон моей замши. Торцы страничек я также обтянула этой же замшей. Корешок у меня здесь прошивной из крафт-картона. Вот такая вот красота. Добавила я чуть-чуть золотых элементов в виде вот такого сердечка подвески и немножечко пайеточек. Вот. И сзади тоже у меня небольшая вот такая композиция. Цветочки, бабочки. В общем, все то же самое, что и в альбоме. Так. Теперь хочу я показать странички альбома, что же там у нас внутри. Этот альбом размером 20 на 20 сантиметров и рассчитан он для фото 10, стандартное фото 10 на 15 сантиметров. Так, давайте будем смотреть странички. Так, и начнем с этого разворота, с первого. Фото вставляются в специальные уголочки крафтовые. Внутри можно также вставлять в уголочки, либо подклеивать фотографии. Также вот здесь есть свободные места для размещения фото. Так это выглядит. Можно здесь разместить фотографии другого размера, например, половинку 10 на 15. Как захотите. Закрывается все на магнитики. Много вот таких кружевных слоев, много вырубки в этом альбоме. Так. Здесь размещение горизонтально, также открывается крывашечка, и здесь тоже можно разместить. Горизонтальная, но немножечко по-другому, вот таким образом. Также здесь можно разместить одно фото, либо две половинки. Надписи в этом альбоме на русском языке. Очень спокойная палитра, бежево-сиреневые оттенки. И здесь еще я сделала кармашек вот такой, туда можно при желании разместить несколько фотографий. Пойдут и большего размера фотографии, не только 10 на 15. Так. Альбомчик достаточно вместительный. Также вот на таких местах можно делать какие-то записи. Интересные раскладочки. Всего в альбоме 5 разворотов.
общем, альбомчик очень вместительный. Прекрасно подойдет для свадебных фотографий, для каких-то фотосессий на тему вот, чувств. Такая вот красота сегодня у меня для вас приготовлена. Всем спасибо за внимание, всем вдохновения.